Крикссайд-Виллидж. Напротив Кеннери-Уорф, в новом финансовом центре Лондона, рядом с Гринвич-Виллидж и будущей олимпийской деревней, строится роскошный проект, который станет новым словом в сфере недвижимости. Крикссайд-Виллидж – это сочетание элитных апартаментов, культуры, спорта, развлечений и высокого качества жизни. Все рядом. Приятная набережная Дептфорд-Крик, живописная пьяца с милыми кафе, галереи, мастерские художников, великолепный дизайн, удостоенный многих премий. Крикссайд-Виллидж – это дом для людей, которые даже в мелочах не идут на компромиссы. Шик и качество жизни – вот атмосфера, которая начинается сразу же после входа в холл с консьержем. И царит в уютном спа с комнатами для процедур, современным залом тренажеров и бассейном, обращенным к реке. В вашем распоряжении подземная стоянка, откуда удобно подниматься домой. В комплексе предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты, студии и пентхаусы с видом на реку. Квартиры отличаются высококачественной отделкой, оборудованием и аксессуарами. Проект расположен рядом с Гринвич-Виллидж и его достопримечательностями – парком, морским музеем, Королевской обсерваторией и знаменитым рынком. В 2012 году Гринвич будет принимать Олимпийские игры, а обитатели Крикссайд-Виллидж окажутся в самом сердце спортивных событий. Крикссайд-Виллидж – новое слово в городском дизайне. Проект объединяет фешенебельный стиль с бурной культурной жизнью. Рядом находится знаменитый лондонский центр движения и танца Рудольфа Лабана, музыкальный Тринити-колледж и другие художественные школы. Комплекс включает новый культурно-развлекательный центр с галереями, мастерскими художников и джаз-клубом. Вокруг пьяцы расположены изысканные рестораны, кафе и модные пабы. Крикссайд-Виллидж – идеальное сочетание богемы, искусства и элитного шика. Крикссайд-Виллидж – получить максимум от современного стиля.